план. А ты? Ты мне больше не нужен. Либерти Сити был описан сегодняшним преступлением. Утром полиция из службы спасения напряженно работали над устранением чрезвычайной ситуации, вызванной нападением на полицейский конвой. У нас пока нет никаких сведений о том, кого сегодня привозили, ни о том, какая группировка ответственна за это дерзкое нападение. Как обычно, ранним утром полицейский конвой покинул участок, чтобы перевести заключенных в городскую тюрьму. Нападение произошло на мосту Калхам. Большинство свидетелей погибли при взрыве, который сильно повредил мост. Полиция полагает, что при взрыве могли погибнуть некоторые заключенные. Также полиция считает, что это нападение несомненно дело рук профессионалов. Выяснение личности сбежавших преступников усложнено из-за атаки хакеров, победивших базу данных полиции. Из-за этой катастрофы Портленд оказался изолирован. Вопрос, как прокладка тоннеля Портленд еще не завершен. Давай, закрывай! Мистер Гандон! Я тебя спокойно могу подстрелить. Вы еще пожалеете об этом. Ладно, хорош, проваливайте. Его зовут Луиджи. Если наша работа, то возможно на тебе работать подкинуть. Давай же, поехали. Это Куп Луиджи. Погнали за этим черного входа. А вот здесь, чувак, а я пойду потолкую с Луиджи. Поприветствуйте Эйбола, дамочки. У Эйбола кое-какие дела наверху. Сделай мне одолжение. Одно из моих девиц нужно прокатиться, так что бери тачку, забери вместе у клиники и перевези ее сюда. И запомни, никто не лапает моих девок. Так что держи руки на барьянке. Если не провалишь это дело, может найдется и другая работенка. А теперь пошел отсюда. Привет, я Мисти. Луиджи велел передать тебе это. Так что вот, держи. На улице появился новый наркотик под названием Спанк. Какой-то умник смаривает эту дрянь моим девкам в Портлендской гавани. Иди и впарь битой по его роже. Затем возьми его тачку и перекрась ее. Я требую возмещения морального ущерба. Мне осталось сделать. Эй, мне нужно поговорить с тобой. Ладно, я позже с тобой закончу. Как поживаешь, парень? Все у Леоне, сын Дона. Хочешь поразвлечься со своей девчонкой Мисти? Сгоняй за ней в Хелбенфест, будь осторожен. Это территория дьяволов. Затем отвези ее в гараж не поживее. Чего у нее есть день, чтобы его ждать? Запомни, это твой шанс. И советую смотреть на дорогу, а не на Мисти. Ты теперь работаешь на Луиджи, да? Наконец-то нашел водилу, которому мы можем доверять. Я побегу через минуту, родная моя. Я сейчас живу. Уйди, сказал, что мы должны падать. Так что мы позже. Возможно, я найду тебя работу. Ладно? Какой-то подонок из дьявола поставил своих грязных сучек на моей территории. Пойди разберись с ним. Если нужен ствол, возьми его во дворе оружейного магазина напротив метро. Решили устроить вечеринку в зале старой школы, которая рядом с мостом Калахан. И их потянуло на старые школьные забавы. Мне как раз по всему городу есть уличные девки. Привези моих тёрм, доставь себе удовольствие. Привези их как можно больше, пока копы не пропили все свои бабки.
мне скучно, а когда мы же потрапимся? Погоди, сладкая, мне придется повернуть небольшое дельце. Для тебя приятель есть небольшая работенка. Ради Фрейли забыли мне вернуть должок, и надо бы их научить уважению. Бастер Фрейли набивает сейчас свою жену Яху без тона Сент-Бар, так что угони его машину и отгони ее к Эдболу в Харвуде. Ты же знаком с Эдболом, верно? Как только он остановит бомбу, верни машину обратно. Потом можешь расслабиться и любить шоу. Но поторопись, он не будет жрать вечно. Чанг Ли Чонг толкает спам в какой-то новой банде из Колумбии, Колорадо или типа того. Точно не знаю, да это и не важно. У него есть киосок с лапшой в центре Чинатауна. Это было последнее, что подал этот крестьяныш. Я хочу, чтобы ты с ним разобрался. Если тебе нужен ствол, либо двор оружейного магазина, который на пути метро. Ты же знаешь меня, верно? И помни, что на территории это я, так что смотри его в глаза. Короче, мы решили габариты по сарский фургон. Он каждый день лежит из Чинатауна. Пулю его не возьми, так что тебе придется таранить его своей тачкой. Хорошо, я его помни, я босс, он механик сам сбежит. Потом отгони его на склад в доках, и мои парни позаботятся о нем. За работу, они будут вечно кататься по городу. А вот этот парень, который мне рассказывал. Короче, он итальянец, не механик, он справится с любой работой. Это Папс Капа, Тони Сиприани. Да, это Тони Сиприани. Отвези его мамочную страну на Сет-Марк, ладно? А теперь послушай, у меня тут намечается одно дельце, мне нужен хороший водитель, так что заходи попозже, ладно? Ладно, парень, сперва доставь меня почти ночью на Тауна. У меня там кое-какие дела. Я спрашиваю, как я платить за крышу. И поговорить мне с тачкой, Джоуи только что починил эту развалюху. Так что давай без всяких мил, ладно? Лови здесь, тут лучше двигатель, мало ли что может случиться. Прекрасно, просто прекрасно. Отлично, я как раз хотел с тобой поговорить. В общем, у кафе рядом с мисс Антрелахан стоит этот флаг со жмуриком. Один из братьев Фрейли решил, что он слишком умный, поэтому получил по заслугам. Отвези его тело в добилку в Хауди, ладно? Классная будет тачка, да? Итак, слушай, достань тачку получше, езжай к берешь на Сет-Марк, где подберешь моих друзей. Они решили взять банк, и им нужно дело. Я замолвил за тебя звоночку, так что не проси все. Отвези их к банку до 5 часов, и не минуты позже. Смотри, Чонс, я помогу поставил заводик по производству кормленной кошки собак. У меня возникли проблемы, но у кого не бывает, верно? Я собирался встретиться с управляющим из банка. Этот хитрый ублюдок решил поживиться за мой счет и поднял процент займа. Возьми мою тачку, встреть его и привези сюда. Я приготовил небольшой сюрприз для этой пиявки. Ты прислал мистер Чонс. Ну поехали, мы не сможем увезти. Я наговорил, чтобы они забрались в мой офис и кое-что вынесли, я бы потом смог подпрыгнуть страховку. Но через виноватые ублюдки угрожают тем, что расскажу все страховой компании, если я с ними не поделюсь. Ты представляешь? За воротами фабрики я поставил машину.
Смотри, что напомню. Ура, что это нас тоже? Прямо бизнес накрылся, но мы как можно быстрее решить финансовые проблемы. Моя жена как раз хорошая страховка жизни, можно постоянно отложить мои деньги. Я оставил машину в том же месте. Забери мою жену из маникюрного салона и привези ко мне на фабрику. Он думает, что я ему отдам долг, но я решил, что в этом месяце городских дворняк буду ждать еще одно лакомство. Заниматься прислал, да? Хорошо, сейчас я объясню, что он занящий бизнес. Карл, привет, я это... Мне нужно больше времени, чтобы отдать долг. Но если ты задаешь мой офис, уже есть кем-то у вас на мате. У тебя был шанс, а теперь я забираю эту фабрику. Это Эльбура из дьяволов. Ты новичок в Либерти, но уже получаешь репутацию на улицах. Мы решили устроить гонку, которая начнется у старой школы Мастер Калахан. Достань себе быструю тачку, если выиграешь гонку, получишь приз. Когда я начал свой эстетический бизнес, моим единственным активом было содержимое моих кожаных штанов. Одна банда стала угрожать, что лишит меня этой штуки, если я не буду отдавать им процент. Они связались с этим человеком, друг. У них есть слабость к мороженому. Возьми бомбу, которую я спрятал в Харвуде. Угони фургон с мороженым, который катается по городу, а потом звони этих глупцов на верную смерть звоночком колокольчика. Они прячутся на складе пристани Атлантик. Здания. Но этот долбанный идиот не закрыл двери фургона. И теперь по всему городу разбрасываются порно-журналы с изумительными фотографиями. Садись в фургон, езжай по следу, а все покоряет Даллас, выпусков 1, 2 и 3. Мы забирай их по пути. Как только ты выследишь этого обдолбыша, прикончи его. Затем отвези мой груз к секс-шопу в квартале красных фонарей. Садись, парень. Садись уже, черт тебя дери. Так значит, прочишь отказаться пойти за крышу, а? Эти триады думают, что могут тягаться со мной? Давай покажем этим крутым парням, что должен быть действительно крутым парнем. Да, припадаем же урок. Еще никто из нас не отступал перед триадами. Вы, извини, ма. Похоже, Господь его душу не цапнул, да, ма. Я хочу, чтобы ты взорвал все фургоны прачечной и прикончил всех триад, что станут у тебя на пути. Все, что понадобится, можешь взять у Эйнбола. Прачечная согласилась платить. Ты все сделал правильно, парень. Ты не забери деньги, принеси их мне. Но остерегайся триад. Возможно, они захотят поджарить твою задницу. Но не бери это в голову. Никто. Повторяю, никто не связывается с Тони Сиприани. Решил на всех собрать. Мне нужно, чтобы ты заехал Джоу и забрал его вместе с гусином из гаража. Затем отправляйся в Копу Иджи и потом заедешь со мной. Затем мы вместе поедем в босс в его особняк. Эти триады должны знать свое место. Они хотят войны, они ее получат. А теперь езжай. Как дела? Привет,
Давай, парень. Молодец, парень. Ты хорош. Пойдем, познакомлю тебя с Доном. Эй, Луиджи! О, Сальваторе, мои девочки по тебе очень соскучились. Тебя ведь так долго не было. Передай им, что как только мы закончим это дело, сразу отправимся в клуб и отпразднуем. Ладно? Вот он, мой мальчик. Как дела, пап? Ты еще не нашел себе невесту? Эй, твоя мать упокой Господь ее души перевернулась бы в гробу, если бы увидела тебя без жены. Я знаю, па, я работаю над этим. Тони! Как твоя мама? Знаешь, она прекрасная женщина, сильная. Валенсия. У нее все нормально. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ладно, парни, заходите внутрь, а я пока переговорю с нашим новым другом. Я смотрю, ты многое для нас сделал, мой друг. Мне с ребятами нужно поговорить о делах, и тебе придется этим вечером посмотреть за моей девчонкой. Эй, Мария! Тащи свой зад! Эту глупую девчонку постоянно приходится звать. А вот и она! Единственная непотребная королева красоты! В общем, ты там занималась! Наверняка мне это будет стоить денег! Но ты же не хочешь, чтобы я тут крутилась и мешала вашему разговору? Сядь в машину и закрой свой большой рот! Возьми его зим, но верни его в целости и сохранности, понял? И смотри, чтобы она не влипла в историю. Да, уверена, что твой новый песик может обо мне позаботиться. Вон он такой здоровый. Эй, песик, давай разжимся гостинцем у Чика. И я думаю, он должен быть где-то на железнодорожной станции у берега Чайна-тауна. Привет, Мира, мы прекрасная леди. Хочешь развлечься? Немножко, может, с панкой? Привет, Чика. Не, как обычно. Держи, моя леди. Эй, может, ты хочешь сделать человека, который распадет хотя бы пристань Атлантик? Спасибо, Чика. Ура. Благодарствую, наслаждайтесь, это хорошая игра. Ну, песик, поедем ближе к вечеринке. Хорошо, песик, сиди здесь и посмотри за тачкой, а я пока пойду подвигаю попой, хорошо? Я уже давно не веселилась, и ты хорошо со мной обращался, с уважением, все такое. Я лучше пойду, надеюсь, увидимся попозже. Оставь нас на минутку. Колумбийский картель производит спанк где-то в городе. Мы не знаем где, а вот они, похоже, знают о каждом нашем шаге еще до того, как мы его сделаем. У нас завелась крыса. Есть один парень, кудрявый Боб, он работает в баре у Луиджи. Он тратит больше бабок, чем зарабатывает. Только на виду его не торгует, значит он стучит. Домой он обычно ездит на такси, высади его. Если он есть, то самая крыса, убей его. Мистер Болтун. За тобой следили? Ты же понимаешь, лучше бы никто не знал про наши маленькие секреты. Где я? Смотри, пусто. Берем тебя. Держи свой спанк. Сныть. Не перекладывай. В общем, так, сегодня удвоюют два фронта. Один русский за серебряные стряды. Вообще ни одна из того не уступает. А тем временем, Гроу и Леоне после этого крови форели. Каждый день они теряют людей свое влияние в городе. А сам Ратори становится опасным параноиком. Он всюду идет не заговоры. С такими преданными людьми, как ты, ему не о чем беспокоиться. Ты? Ну, если честно, нет, но он оставил для тебя одну из своих ебаных посланий. Выяснение войны. Триады используют железовод в качестве прикрытия. Большая часть их бизнеса находится на рынке, в Шинатауне. Прочечная школа задолжала нам денег. Они считают, что защиту лучше подать триады, так что придется их снова наказать. Накажи этих парней, уничтожь босса триады. Черт, если будет шанс, заодно убей нескольких солдат. Итак, мне хватит этого говна. Нужно закончить работу с триадой раз и навсегда. Эйдбол установил бомбу мусоровоз. Бомба на таймере, так что у тебя будет немного времени. Возьми мусоровоз и будь осторожен. Эйдбол сказал, что бомба может обмануть от любого столкновения. Они откроют ворота для мусоровоза, так что ты без проблем поедешь к завод. Припарку мусоровоз между двумя резервуарами с бензином. И уноси ноги ко всем чертям. Я хочу дождь из Кумбрии. Нам нужен библейский апокалипсис, а не какая-то там дешевка. Но давай на стриады сильно истощила наши ряды. У картеля очень много денег получилось с продажи этого дерьма спанка. Если мы пойдем в открытую атаку, они просто размажут нас по стенке. Похоже, они производят спанк на том большом корабле, которому ты говорил кудрявый. Так что нам придется прорастить мозгами. Твоими мозгами. Я, Сальваторе Леоне, лично прошу тебя сделать мне одолжение и уничтожить эту фабрику по производству спанка. Если ты провернешь это дело, проси все, что пожелаешь. Иди к Эйдболу, тебе понадобится его помощь, чтобы взорвать этот корабль. Йоу, чувак! Сальваторе мне уже позвонил, но для такой работы понадобится много взрывчатки. Мне нужно 100 000, чтобы покрыть расходы. Но ты же меня знаешь, я работаю каждый доллар. Возвращайся, когда заработаешь денег, брат.
Ладно, давай проведем это действие. Я бы взорвал эту кошку, но пока еще не могу держать оружие в руках. Вот эта винтовка может тебе снести несколько голов. Займи удобную позицию, я пойду сразу после твоего первого выстрела. Да это же мой лучший чистильщик! Я горжусь тобой, малыш! Ты любил дерьмо из этих свиней! Мы выполним еще одно маленькое задание, прежде чем мы отметим победу. Рядом с клубом Луиджи стоит одна машина. Внутри нее все залито кровью. Мы направили одному парню мозги, но получилось не очень неаккуратно. Отгони машину в утилизатор, прежде чем копы найдут ее. Думаешь, что у нас роман, поэтому он заключил с картелем сделку и заложил тебя. Я не могла этого допустить, ведь тебя бы прикончили. Это была бы моя вина, потому что я сказала, что мы были вместе. Я сама не знаю, почему я это сказала. Похоже, теперь за нами будет охотиться мафия. Я уже устала от этих убийств, от этих крови. А это моя подруга, моя старая подруга. Это сука. Она из тех, кому мы можем доверять. Пойдем. Хватит уже болтовни. Нам лучше убираться сюда, пока не появилось еще больше чокнутых итальянцев, желающих не очень дружелюбных встреч. Нам со сукой нужно кое-что обсудить. А ты пока можешь что-то смотреть, тебе нужно место, где ты бы мог залечь. На углу Берлили есть склад, в котором есть все, что тебе нужно. Приходи сюда, когда будешь готов, и мы обсудим с тобой кое-какие дела. Нам нужно кое-что прояснить, прежде чем мы начнем налаживать какие-либо отношения. Деловые они или нет? Давай расскажем. Я Зеркутца, и я знаю, что ты работал на семью Сальваторе Леоне. Я могу дать тебе работу в нашей организации. Но сперва тебе придется доказать, что ты на самом деле порвал связи с мафией. Сальваторе Леоне выйдет от Луиджи примерно через 3 часа. Сделай так, чтобы он не добрался до дома живым. А пока что мы вспомним с Марией былые времена. О, сука! У тебя новый массажист? Это не массажист. Смерть Сальваторе – очень приятная новость. Ты отличный киллер. Мне нравятся такие парни. Это мой брат Кенджи. Вот это тебе есть работа. Но как только ты освободишься, так, один в казино, и мы сможем поговорить. Кенджи, как всегда, тянет руки к моим игрушкам. Мои люди в полиции сообщили, что МБР установило наблюдение в ключевых точках города. Мы не успеем с кем-либо связаться, чтобы избежать обвинения. Разберись с этими шпионами, но будь осторожен. У них всегда есть подкрепление. Тут один журналист что-то вынюхивает. Мы с Марией немного отдохнем, пока ты не избавишься от этого назойливого посадки. Пока ты это читаешь, он, вероятно, в гавани. Угони полицейский катер и потопи его карьеру. Это же мой прекрасный работничек. Мария сейчас занята. Но я ей передам, что ты звонил. Кто это, сука? Я бы и сама вышла, но я очень хочу писать, окей? Пора встретиться с моим знакомым копом. Это деньги за его последнюю работу, что он сделал для нас. Разумеется, он очень осторожен. Немедленно отправляйте к телефону автомату в Торрингтоне и жди его инструкции. Должно быть новые постельные суки. Ты принес мне деньги? Тут вся сумма.
Я знаю, что ты думаешь. Еще один продажный коп. Что ж, это продажный мир. Эти отцовки из внутреннего расследования занялись мною только для того, что я потерял двух партнеров. Они прямо чувствуют мой запах. Да весь этот город, это большая помойная яма. Знаешь, я тоже иногда могу покинуть только работенку. Если что, ты знаешь, где меня найти. Это король Корни. Они и Арди хотят устроить хорошую утомку, я слышал, что король только дела. Решим свои тачки на пустыне стадиона, мы ждем одних участников заезда. Мои люди будут наблюдать за всеми корольными точками. Тот, кто пройдет контрольную точку первым, получит приз и так далее. Если ты пройдешь больше контрольных точек, чем мои ребята, я дам тебе небольшую работу. Сентинел на Афи, Стингере, Кунце, Инфернус Дьявола для маскировки под любую банду Либерти. Откни их, покрашь в Ньюпорте. Но вспомни, что мне не нужны битые тачки. Короче, слушай, отправляйся в Бэдфорд Пойнт. Там у меня одних старых тачек, мне он срочно нужен. Человек из полиции сообщил, что один из наших водил оказывается полицейский под прикрытием. Он постоянно в своей тачке, поэтому мы прикрепили к ней маячо. Пусти ему кровь. Мастер хорошо тебя отзывает, но я пока что не видел за самостоятельно ничего, кроме разочарования. Возможно, ты сможешь урегулировать эту ситуацию, которая сегодня в неловкое положение. Разумеется, мы в случае провала позволимся. Я Канзакан сейчас в участке, что-то против суд. Мы очень ценный член семьи. Вызвали его заключение, это ведь Гудзю на Бэдфорд Пойнт. Разумеется, эти автомобили мы должны принести им как подарок. Все отношение моего долга. Ты должен раздобыть эти машины из списка и доставить их в гараж за стоянкой в Ньюпорте. Для меня это дело чести. Представляет опасность спину, он мог использовать ей лицо. Английский капитан проигнорировал неоднократные требования, и процесс нашей соревнования выиграть. Теперь не договариваются о сотрудничестве с мальцами, чтобы сообща еще больше увидеть нас. Сейчас в не в последнюю стадию переговоров. Возьми моего человека, конечно, Ярди, не проучи этих колумбийцев. Это дело чести, чтобы никто не спросил жалех!
Но вы действительно сильным. Важно никогда не проявлять слабость. Дела идут довольно успешно. Сегодня как раз нужно собрать за нашу защиту. Иди немедленно забери деньги, чтобы мы могли положить их на счет казино. Мне нечем платить, но я не стал бы платить, если бы был. Какие-то грибы платить, отчислили это место. Они забрали все, пожалуйста, не работают. Куца, какие вы тебе черные, куца? Ты! Отличный момент, чтобы прийти и показать свое никчемное лицо. Твоя прошлая попытка объяснить Майкл, что не стоит водить дружбу с картелем, не принесла никаких плодов. Я где заполнил весь Либерти торгует политиками со спантом, словно культурами. Эти картельные свиньи смеются над нами, надо мной. Я даю тебе последний шанс, чтобы доказать, что моя сестра не ошибалась в тебе. Закопай всех этих мразей, и пусть твой позор смоют реки крови врагов. Этот подарок Маккафи! Он больше всех брал взятки! Он думает, что если всех заложек пропадает все свои темные делишки! Чёрт растукач! Он в центре Ньюпорта под охраной здания защиты свидетелей, которая посреди стоянки! Чтобы выкрыть его наружу, продай этот дом! А потом убедись, что он больше никому не будет стучать! Бизнес в Ротфорде. Мы смотрели не крадет, когда появились свои чувства, что делает. Они вчера наехали какие-то потомки с картеля. Сказали, что сегодня заберут кое-что из его оружия. Ему нужна помощь. Но взамен он даст тебе скидку на любое оружие, которое продают. Я бы, конечно, и сам помог, но старый ведь будет снова сплотить. В общем, удачи тебе. Я не звонил, я думал, мы что-то поможем. Не могу поверить, что эти пустые потомки снова оставили меня без прикрытия. Но ты лучше, чем однако, чтобы не шагать тебе пригодиться. Колумбийцы придут внутри минуту. Если не понравится оружие, не стесняйся, бери все, что понадобится, и здесь шума. Только не забудь оплатить. А теперь сваливай, с котом я разберусь. Я знаю одного очень важного человека в городе, с довольно экзотическим вкусом и деньгами для его удовлетворения. Против него выдвинуто обвинение. Есть какие-то непристойные фотки, где его сняли на вечеринке в морге, еще где. Улики скоро собираются вести в суд. Тебе нужно подронить машину с уликами и собрать все до одной выпавшие фотографии. Как только соберешь все улики, оставь машину и забей ее. Если ты повернешься, все будут плюсе, парень. Похоже, мы на парня стукач! Нам нужно пристрелить его как можно быстрее! Он на своем катере вечерами ходит рыбачить маяку на утесе Портленда! Укроти полицейский катер и разберись с этой чертовой крысой! Хватит ему ловить рыбу! Я хочу, чтобы он ее теперь покормил! Люди могут поверить чему угодно в наши дни. Жизненный опыт подсказывает мне, что такие люди, как ты, за определенную цену могут быть очень преданными. Но когда людей много, вскрывает жадность. У меня есть один очень ценный знакомый, восточный джентльмен. Я знаю, что его держат заложники какие-то южноамериканцы в партии. Они пытаются увеличить сумму назначенного ранее выкупа, но я не привык к ним условия сделки. Сделка есть сделка. Они не получат ни пенса больше. Иди спаси моего друга. Сделай это любой ценой.
Ничто так не снижает цены на недвижимость, как старая добрая бандитская война. Не считая, конечно, вспышки чумы, но в данном случае это может быть слишком далеко. Я слышал, что колумбийцы и якудзы довольно натянутые отношения. Нам стоит использовать эту возможность для бизнеса. Я хочу, чтобы ты убил якудзы Абакаги Широ, Кенджи Касина. Сейчас у Кенджи важная встреча на крыше многоэтажного гаража в Ньюпорте. Достань нашему картеля и устрани его. Якудзы решит, что ты сделал картель и объявит войну. В наше время за лицемерие властей некоторые товары очень сложно импортировать. Сегодня ночью над заливом аэропорта прилетит один маленький самолет. Он бросит в воду несколько упаковок. Постарайся впереди полицию собрать товар первым. Эй, давай вытащим эту штуку прямо здесь. Бог его знает, что это, но раз он так хотел это заполучить, это наверняка что-то. Ты? Эй, успокойся, друг. Пожалуйста, пожалуйста. Я же убила тебя и бросила в канаву, текать крови. Начинай, друг. Все нормально. Мы все везде. Будь командой. У нас нет шума, дорогетка. Выбрать всегда тут какой-то ублюдок. Прости за эту сумасшедшую сучку, а это все она. Пожалуйста. Итак, этой шлюхи больше нет. Но ты оказал мне услугу. Ты не единственный, у кого еще есть картеля. Это червяк убил моего брата. Ужас! Мы все видели убийцу картеля. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийских собак. Я поиграю немного с нашим другом, чтобы получить информацию и доставить себе немного удовольствия. А ты заходи позже. Я уверен, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, друг! Нет, 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 она нормальная чуха. Пожалуйста, друг! Эй, эй, друг! Друг! Доказал, что мне нужно положиться. На наши дни это большая редкость. Моя мать, мне нужен эскорт для того, чтобы отнести доставленный любой товар по назначению. Я хочу, чтобы ты следовал за ним, помог мне целости и сохранности доставить груз Спайк Крик целым. Уровень бизнеса, мой друг. Если у тебя есть особый товар, то каждый будет пытаться его тебя отнять, даже если он вообще не оставляет истинной ценности. Полиция цепнула Лиса Юнкером, сейчас находится на двух товарах. Поезжай туда, возьми фургон и используй его как команду на копа. Пусть он не заполняется, а он тем временем уйдет. Я из красных палетов. У меня есть проблема.
Со мной начали поиграть! Будьте придурком! Что-то поняли весь бой! Головы забиты лишь спанками и оружием! Девятка — это их знак, а трупами цвет их флаги. Они трясут им целыми днями. Они уже начинают идти по лету. Я хочу, чтобы ты показал этим топовым сучатам, как работают настоящие профи. Избавься от этих девяток. Но будь осторожен. На улице будут валеты, которые могут решить, что ты их тоже хочешь замочить. Бронированные машины разводят на них спанки, без страха отпаривают их всем желающим. Вы все по улице припаркованы тачка. В ней ты найдешь то, что поможет проучить этих сумков и разрушить все бронированные игрушки. Какая-то сволочь заминировала мою тачку. А если я его потеряю, то лишусь репутации на районе. Возьму мою тачку, я отменю гараж на субмарк, понял, йоу? Пусть там подумают, как это взвесить бомбу. Часы уже тикают, а проводка там подпорчена. Одного столкновения может хватить, чтобы взлететь на воздух. А теперь гони! Йоу, рейсеры смогли привлечь федеральные деньги, разбился в аэропорту Фрэнсис. Психопаты моряются по всей святой полосе. Бери тачку и запри сколько сможешь. Ты можешь возить сетки в моих гаражей. И ты выключишь толстые тяжелые и будут возить твою тачку. Так что не забывай потащить его в гараж. Ребята уже в полном дне, им все еще не хотят попытаться. Они хотят поединок. Их банда против нас двоих. Или точнее, вас двоих. Я бы присоединился, но у него словно освобождение. Нет и месяца не засветиться. Иди следи с моим вашим братом. Я покажу, где нам сейчас разборка. Успехов, сынок. Йоу, а я сказал, что ты придешь. Правила простые. Используем только биты. Ноги здоровы, будут на машину. Я добил разоложение. Все, это расстрелим большой бомб. Миген, наверное, считает, что я плохо с ним обращаюсь. Но он все же рассказал, что Каталина сильно боится своей мести. Она послала в город 3 группы наемников, чтобы они выследили и прикончили тебя. Тебе придется побыть на жив и постараться заманить их в Пайк Крик, где их уже будут поджидать мои люди. Мигель, безусловно, обладает настоящей латиноамериканской терпеливостью. И я уже выдохлась. Мы недооценили план Каталины по реализации спанка. Яркие торгующие спанка по всему городу питают мелкие сошки. Картель действует через свою компанию. Капа Кофи Хаус. Они продают спанк через сеть уличных магазинов. Нам не остается ничего другого, кроме как прикрыть все эти лавочки. Разнеси их в щепки. Что, затянем немного потуже или просто подождем, пока почернеет и отвалится? Ну-ка, давай проверим. Фу, что это за желтая липкая гадость? А, привет, малыш! Мой работничек. Мне было скучно, я решила составить Асуке компанию. Похоже, она очень одаренная девочка. Ей удалось узнать кое-что очень важное у нашего гостя. В 2 часа в аэропорт Фрэнсис Интернешнл прибывает самолет. Он просто набит дурью Каталины. Чтобы тебе не мешала служба безопасности, возьми катер, чтобы добраться до боевки и взорвать самолет, когда он пойдет на посадку. Найди среди обломков товар и забери его. И будь осторожней там, хорошо, малыш? Попробуй ты соус чили. Твоя драгоценная Мария у меня. Если не хочешь, чтобы ее лицо было похоже на кровавое мясо, то привези мне 500 тысяч на виллу Сидер Гроу. Интересно, ты пришел ради того, чтобы спасти Марию или вернуться ко мне? Что ж, у меня для тебя новости, стрелять в тебя будет одним удовольствием, а наши свидания были только бизнесом. Ты просто находка для меня, дружок, давай бабки. Да ты без дела не шатался. Но ты так и не понял, что мне нельзя доверять. Убейте, кретина! You move, big man?
Жители Сидергроу отправляются в печом, вызванного криминальной войной, которая разразилась вчера в районе. Местный житель Евгений рассказал полиции, что видел преступника и какую-то брюнетку, которые погибли в этом происшествии. Ну понимаешь, нам там будет клево, потому что, ну понимаешь, я люблю тебя, я правда люблю, потому что ты большой крутой парень, и это как раз то, что мне нужно. Так что я только что говорила, ой, знаешь, я забыла, но ты же понимаешь, о чем я, правда? Звук взрывного лыша кировал близлежащие дома, и люди бросились в укрытие. Несколько мирных жителей пострадало в результате перестрелки между бандитами и вертолетом, окружившим над плотиной. Да, и создавал такое событие, что видно это зрелище. Когда вертолет наконец сбили, фейерверк был лучше, чем на День независимости. Хотя найдено уже более 20 тел, полиция все еще находится сами. Мы не получили официального опровержения слухов о том, что все тела принадлежат членам колумбийского картеля. Истинная причина этой войны до сих пор неизвестна.